Спасо-Вознесенский собор города Ульяновска приведены частицы мощей преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. В ковчеге с мощами, доставленном на Симбирскую землю, находятся также частицы мощей святых мучениц Пузовских, которых расстреляли в августе 1919 года. Митрополит Анастасий совершил всенощное бдение в соборе. По окончании богослужения архиерей выразил признательность председателю приходского совета строящегося храма в поселке Плодовый Сергею Серюбину, благодаря трудам которого святыни прибыли на Симбирскую землю. Для прихожан нашего кафедрального собора это действительно праздник. Само Дивеево пришло на нашу землю трудами председателя приходского совета, а лучше сказать, что он просто староста, Божий человек, который много потрудился на ниве церковной, решил построить храм в честь преподобного Серафима Саровского в Плодовом поселке. Все вы знаете, есть такой плодовый поселок недалеко от Ульяновска. Но он начал с чего строить? Он начал строить с того, чтобы Господь дал ему благословение и просил о том, чтобы ему выделили частицы мощей преподобного Серафима, всех дивеевских сестер. Также в Спасо-Вознесенский собор из Дивеевской обители была принесена точная копия иконы Божией Матери Умиления, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. На душе большая радость, что к нам привезли икону Божией Матери Умиления из Дивеевского монастыря. Мощи дивеевских святых. Я сама там была 4 раза. Там большая благодать. Икона Пресвятой Богородицы будет находиться в соборе в течение месяца, после чего отправится в поселок Плодовый, где строится храм в честь одноименного образа Царицы Небесной. Там же будут храниться ковчеги с частицами мощей дивеевских святых. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.